Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог, психолог, коуч, специалист по работе с подсознанием и эксперт счастливой жизни. В первую очередь благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои предсказания. Мне очень и очень приятно. И сегодня, девочки, в первую очередь, конечно, я вам расскажу, как вы можете предсказывать сами себе прямо сейчас у меня на канале. Если у вас есть колода карт, то вы можете задать любой свой вопрос в своей колоде и вытащить любую карту. Посмотреть, какая это карта. Выбирайте обязательно для себя колоду, чтобы были прописаны все карты. Вот видите, у меня не прописана какая-то карта, хотя я прекрасно знаю, что это четверочка кубков. Вот, затем находите у меня на канале, каким образом, нажимаете внизу под видео «Алена Ариес», то есть название моего канала, где моя фотография, потому что там под видео еще написано «Алена Ариес» голубеньким. Вот, там вы не найдете, хотя не знаю, может быть найдете. Если полистаете, найдете, конечно, все видео. Вот, но я имею в виду, где моя фотография и название канала. Нажимаете «Алена Ариес», оказываетесь на главной странице, пролистываете главную страничку немножечко вниз и находите плейлист, он так и называется «Обучение и гадание». Открываете этот плейлист и находите там вот такую карту, то есть видео с таким названием. Четверка кубков. Включаете видео и вуаля, слушайте подробнейший ответ на ваш вопрос. Второй способ, если у вас нет колоды, то тогда вы задаете свой вопрос и мысленно выбираете любое число от 0 до 77. Также нажимаете «Алена Ариес», переходите на мой канал, находите плейлист «Обучение и гадание», и выбираете видео с тем номером, который вы загадали, включаете это видео и вуаля, слушаете самый подробный ответ на свой вопрос. Также, девочки, вы можете предсказывать по книгам. У меня есть книги, в которых изложены многогранные значения аркана Таро. На странице приобретения книги есть обучающие видео, как вы можете предсказывать сами себе прямо в момент покупки книг. То есть купили книжечки, только вы их получили, смотрите обучающие видео и сразу сами себе предсказываете. Если вы хотите не только помогать другим людям, но и моделировать события собственной жизни, то тогда для вас есть мастер-классы. Их можно приобретать по одному. Стоимость всего лишь одного мастер-класса всего лишь 299 рублей. Их всего 12. В мастер-классах я учу, вот как в первом классе вас учат читать книжечки, я учу читать карты, причем абсолютно любые. То есть вам все равно будет, на какой колоде вы будете предсказывать. Вы сможете прочитать любую карту, потому что в мастер-классах я даю таро через нумерологию и символы. И еще у меня есть инновационный, креативный, фундаментальный курс обучения искусству предсказаний. Там вообще все легко и просто. Вы просто практически по щелчку пальцев подключаетесь к общему энергоинформационному полю Вселенной и просто считываете информацию. И после обучения на курсе вам вообще все равно будет на чем предсказывать. На кубиках, на свечах или вообще без ничего. То есть абсолютно все равно. Поэтому выбирайте то, что вам нравится. Присоединяйтесь к курсу обучения искусству предсказаний. Приходите на мастер-классы, приобретайте книжечки и используйте такую замечательную возможность. Ни у кого в интернете, нигде в интернете вы не сможете гадать сами себе прямо вот так на канале, как у меня, получая самые точные ответы на вопросы. Ну и теперь, как всегда, старшие арканы я закончила, и мы переходим к младшим арканам. И сегодня у нас с вами
туз жезлов. И сейчас я вам расскажу самое полное, самое многогранное значение туза жезлов. Начну с общего значения. Это в первую очередь начало какого-то перспективного дела, перспективного проекта, бизнеса. Это прилив сил, это зарождение страсти, это сексуальное желание, путешествие и благополучный исход любого начинания. В сфере работы, карьеры и бизнеса туз жезлов говорит о начале какого-то нового дела. Может быть, какой-то коллективный проект. Творческая находка, изобретение, а также воодушевление, энтузиазм и желание творить, работать, делать. Также может означать престижную и удачную работу. Устройство на эту самую работу. Создание чего-то по вдохновению. Резкий взлет доходов. В сфере финансов, кроме того, что это резкий взлет доходов, может обозначать начальную стадию развития чего-либо, ну, например, бизнеса или зарплату, которая будет увеличиваться. Вот. Может говорить о первой зарплате или первой прибыли. В сфере здоровья туз жезлов говорит о крепком иммунитете. При этом иногда может и говорить также и о воспалении и высокой температуре. И советуют заниматься какой-то физической активностью. А для лечения воспаления или высокой температуры, девочки, но тут, да, туз жезлов, конечно, говорит о прогревании, но, насколько я знаю, при воспалении высокой температуре прогревание нельзя. Поэтому все-таки здесь нужна консультация врача, если все-таки воспаление. При этом по тузу жезлов, даже если это воспаление, высокая температура, то при таком приливе энергии, и учитывая, что крепкий иммунитет, конечно же, любое воспаление и высокая температура быстро пройдут. Отношения. В сфере отношений самое главное по тузу жезлов – это сексуальное влечение. Также может говорить о ярком, внезапном начале отношений. Отношения чаще всего страстные, вспышка страсти между партнерами. Связь, основанная на сильном чувственном притяжении. Начало какого-то совместного предприятия, может быть, перемены в формате отношений, то есть переход на какой-то другой уровень отношений. Также говорит о ревности, о чувстве собственничества и о сильном взрывном темпераменте человека. Характер человека. Яркий, активный, напористый, живой, нетерпеливый, категоричный. Внешность. Цвет волос белокурый или рыжий. Цвет глаз карий. Рост высокий. Телосложение от нормального до крупного. Общий внешний вид привлекательный, яркий, темпераментный, энергичный, оптимистичный. Профессия. Чаще всего это изобретатель, новатор, проектировщик, может быть работник центра искусственного оплодотворения, сотрудник ГИБДД и электрик. Место, если вам нужно определить место, то чаще всего по тузу жезлов это дорога, курорт или жаркие страны. Совет по тузу жезлов. Возьмите инициативу в свои руки. Время. Одна неделя. Весна, март. Вот такое самое многогранное, самое подробное значение туза жезлов. Пользуйтесь, девочки. Вы можете по этому видео даже изучить все арканы Таро и даже благодаря моим видео уже начать предсказывать. А при этом, если хотите учиться быстро, легко и с удовольствием, приходите на курс обучения искусству предсказаний. Ссылочка внизу под этим видео. На этом, дорогие мои отцы, души искренне желаю вам всем счастья, радости, удачи, удовольствия, всего-всего вам самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч, новых видео. Пока-пока.